Приветствую, с вами Пёрн. И сегодня у нас на обзоре будет «Маленькие извращенцы», «Вхождение всяких стран в Евразийский союз» и прочая фигня, а также «Бумажная наркомания». Приятного вам выжить. Ну и начнем мы с этого чела. На канале можно найти самое штрасное, но я подобрал то, чего вы заслуживаете. Меня зовут... Ну что, теперь испугались. Ладно, оценивать это извращение я не желаю. Переходим к следующему сучкой, то есть к солнышку. Ого! Да это же маппер советский, давайте же, вместе посмотрим его супер, мега ультра комбо шедевр. ХМ, тут сразу в начале Беларусь, с Казахстаном из игры Out. Ой, блин, кто там объявляет войну Украине? Да этот же известный всем вампир Дракула. Вот какой смысл Румыния объявила войну Украине, если забрала территории, которые завоевал? Что? Только этого не хватало. Стой, Украина, не ходи сюда, ты же ведь не знаешь, что там тебя ждет. Тебя по-любому посадят на бутылку. Короче, дальше ничего интересного нет, ну разве что, срач Азербайджана с Арменией, восстание во Франции и конец. Теперь честная критика, рисовка ужасная, сюжет тоже, да и что сказать. Все говно. Ну и под конец мы подошли к самому сладкому. Бумажный контрибалс. Эй, Россия, хочешь чаю? Нет, спасибо. У меня есть сок. Вот так вот, это вам не совать британскую мочу, Россия делает правильный выбор. Зачем сок, если пить чай? Я пью сок. И сок для детей. Для детей? Ты сказал для детей? А ну да, это видео 100% для детей. Теперь понятно. Дальше идет не смешная шутка США. ХМ, они меня кого-то напоминают. Пхехих. Полагаю. Ну, и теперь подведем итог этого видео. Или как сейчас модно говорить, сухой остаток. Полы нарисованы хоть красиво, но из-за несмешных шуток и дурацкого голоса автора, видео получает 3 из 10. А на этом все, до нового видео.